Нет, не надо, пожалуйста. Для библиотекаря ты чересчур громок. Птичка, летать умеешь? Спасибо, что спас меня, Человек-паук. Эти девицы сумасшедшие. Пришли в библиотеку, искали старинные обручальные кольца, которые у нас обычно выставлены. Когда я сказал, что их на время увезли в музей естественной истории, они просто схватили меня. Я остановлю их. А вечеринка уже началась. Не пускайте его наверх. Растолпайте скелет, это отвлечет паука. Да, естественно. Хотите отвлечь меня? Да вы тупее, чем я думал. Что дырки от пуль уродливые делают симпатичным.
Вы об этом пожалеете. Сердечно приглашаем вас на бракосочетание мисс Присциллы. Церемония состоится в церкви Непорочной Девы. По завершении прием. Модный наряд обязательно. Кажется, мне придется расстроить свадьбу.